have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и это Doom. Ладно. По крайней мере, Doom добрался и сюда. Мы получили... Я получил. Ладно, я его не получил. Я его тупо купил. Скинчик Слеера. И именно в образе Слеера мы будем сегодня носиться и убивать демонов. Эта игра, поскольку тоже очень динамичная, поэтому я подумал, что здесь и подойдет. Что у нас из деликов? 23 хедшота. Ну, я думаю, затащим. Мы будем убивать демонов. Демон! Да-да-да-да-да-да! Демоны! Так, ладно. Я пока что пришлось, да, зайти за синюю команду. Мне засчитали оба эти килла, прикольно. Я одного чувака поцарапал и второго поцарапал. Минус два! Без прицела? Это гибель, просто гибель, это же нечестно. Нет! Виндикатор! Ой, блин, мне сейчас не нравятся звуки. Там... Да ёпарь СТ, чувак, достал меня. И его сразу убили, я в него попал. Он меня терроризировал там, не знаю. Блин, я не люблю виндикатор. Да что это такое? Это арсенал. Что это такое? Это арсенал. Нажми на кнопку. Получишь арсенал. Да блин, 91 жизнь ему снял. Да ты серьезно? Как так жить можно? Ну вот, классно. О, я получил свое настоящее оружие, мой двойной дробаш. Блин! Я сейчас или очень печальком. Так, ну просто как Слеер я должен ходить с двухстволкой, ну. Я убью тебя! Стой, Слеер! Так. 38 в лобешник, блин, с такого. Ну блин, ну это сложное оружие, я. Просто прилетел тебе на голову и выстрелил в голову. Запустил, блин, на 118. Минус 33 хедшота. Да как ты меня 33 хедшота, 33 хедшота. 33 хедшота. Don't be suspicious, don't be suspicious. Ешь, стрельни, тихо. Не хотел. Стой, погоди, стой, давай мне пачку. Это не я. Но это не я тебя убил. Вот ты пострелял в меня. Не засчитай ли другим? Ну да, да. Людям. Так. Блин, что-то я засиделся с шотганами. Тут двустволка. То левер шотган. Да, еще давайте спас 12. Стой! Да, давай. Блин, я тут с одними шотганами, что ли, бегаю? Ну я понимаю, что я Слеер. У Слеера еще бы... Дайте мне БФГ, слушайте. У Слеера еще БФГ был. Спасите! Я был АФК, между прочим. У меня глаз зачесался. Меня люди с дробовиками. Я на них скажу. Это не честно. У меня закончились патроны на дробовике. Они закончились. Блин, кроме того, что я с дробашами бегаю медленно. Я пугаюсь, мне целые звуки на третье. Он меня из левер шотгана прибил только что, прикинь. Что это такое? Только что на 80! До свидания. Опа, Томми Ган. Ой! Не ожидали? Это вообще-то я был. Я знаю, вас там двое было, я вас обоих убил. Ай, блин, я четверым вышел. Просто я пошел, сделал обманный маневр, пошел. Ау, я сейчас убью, постоите,
пожалуйста, убиваем, пожалуйста. До свидания. Ха, калибри! Из калибри тоже можно людей убивать. Нет. Да. Я ненавижу калибри, это самое лучшее оружие в мире. Вон я только что убил из калибри. 84 жизни! Я в тебя выстрелил, ты не я не понял, что произошло. До свидания. Ах ты! Что происходит? Убейте этого чувака, блин, я не... Отберите у меня калибри. Убей кого-то. Я не могу никого убить. И будет тебе счастье. Тут добавили, кстати, дофига оружия, если что. Да попасть в кого-то нет! Ёлки-палки, толпа, 4 человека стреляют. Ни в кого попасть не могу. Это как вообще сейчас было? Почему тут такая долгая перезарядка? И почему калибри такое слабое оружие? Нет, калибри сильное оружие, не надо. Все, короче, я смастерил снеговика, у меня все хорошо, он мне тортик подарил. Осталось попить Блокси колы вместе с ним. Давай, дружище, твое здоровье. И, кстати, вообще, у меня есть тоже какая-то очень классная вещь, которой у тебя нету. Не кухня! Кухня! Не кухня! Кухня! О, компетитив. Сколько я хедов сделал? 3. Ну, понятно. Кстати, я еще не понял, как работает эта система с хедами. То есть, если ты пострелял по чуваку, потом его убил кто-то другой в голову тебе. То есть, в принципе, это убийство регистрируется как хедшот, но тебе за это хедшот, естественно, не дают по... И вообще, у меня тут есть, блин, очень классный PlayStation. Ай, блин, да убейте его! Не могу. О, спасибо. Я убил его. Ю-ху. Офигеть! Вот это отдача у Драгунова. То есть я один раз попал в чувака, и все остальные пули... Нет! Блин, синие прям... Блин, это... у меня есть задание убить 19 человек. Да, я убил его. Тогда пойди и убей их. На 96 попал чуваку, офигеть! Как ты живешь после этого? Ну за что так-то? Блин! Вы это видели? Он стоит просто в ладоши, хлопает и стреляет. Кто-то на селедку разлетелся. Минус 2. Красиво. Да, слышу. Прикольно. Фух, блин, я перепугался, убил чувака с испугу. Неплохо. Майк 10. Нет, я знал, что они оттуда придут. Вот этот, короче, он стоит просто в ладоши, хлопает и стреляет. Снежок! Да-да-да, с перепугу тоже такой. Я снежком не могу никого убить, погоди. Это же еще попасть надо. Ну, успокойтесь. Поздравляю! Чувак за мной с ножом гонялся, я его снежками закидал! Блин, это было сейчас обидно, я мог его убить. До свидания! По 90! Есть! Вот этот кил должен быть эпичным. Да, просто моментально. Блин, такой стрик только что был красивый. Лупимет. Я убил. Это собака, которую я
нужно попадать еще. Ох, минус 2, красиво. Я бы хотел бы сделать. Блин, по крайней мере, я из грены двоих накрыл. Это было сейчас красиво. Нет! Был. Стоп! Я его убил. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, вот это сейчас было. Да что это такое? Как их моментально убили? Да что это? Человек со снежками мучается до сих пор. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Он меня отомстил. Так, двойные микроузи. Нет-нет-нет! Я упаду! Черт! Ладно, у меня прошлое оружие было не такое плохое, я могу к нему вернуться. Вот это сейчас была печалька. Я просто тупо поскользнулся. Добейте меня, пожалуйста. Минус 2. Ай-яй-яй-яй-яй! Вот этот чувак мне хедшотов влепил просто. Эпического. Я сделал бы. Блин, зачем мне дали винтовку? Бары, это что я буду с Барреттом, блин, делать? Вы не офигели? У, я обожаю Барретта. Вот вот эти винтовки, дайте эту Барретту. Сколько килов на тебя? Сейчас он топ пистолет! Я чуваку на 560 хеда закинул из Барретта, офигеть. Чел с золотым пистолетом. У меня чел... Это я чел с золотым пистолетом. Почему я его не убил? Да что это такое? Почему в меня попадали с головы? Почему? Блин, ну мне нужно убить чувак. Я бегаю как дурак с золотым ножом. Ты серьезно, никого убить не могу. Так я лезу, я в том-то дело убиваю чувака там, например. Ты не умеешь пользоваться. Да я знаю, вот, блин, я второй, потому что чувак выиграл. Это печалька. Я с золотой сосулькой. Блин. У нас было. Желтая сосулька. Я только сейчас понял, что я в руках держу. Фу! Надо поменять оружие срочно! Сосулька в руках, фу, блин. Тебе нужно поменять оружие. Надо руки пойти помыть. Меняй на сковороду. Луки. А, где? Дайте сковородку. Давай букет, а? Золотой букет, чё, классно. Чё, сходу барыть прямо, да? Я обожаю барыть, можно мне, пожалуйста, сразу? Ты меня убил. Это был ты? А, ну да. Красная команда, к сожалению, была заполнена. Да я же стрелял в тебя, почему ты не сдох? До свидания. Вот так вот уже. Ай, блин, это я протупил. Фух. О, сковородочка. Кстати, у меня есть один очень классный трюк, который я запомнил с... Есть, я убил лучшего игрока команды. Ну, мне помог наш лучший игрок команды. Блин, чертова штурмовая винтовка. Да, я же... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это сейчас было печально. Чувак знал, что я там. Ну, хорошо. Гвоздомет. Что, блин? Стой, погоди. Не буду я гадеть. Все решать ножами. Стой, я повернулся. Я ударил кого-то ножом, и ты меня убил. Я не знаю, что ты ладно. Я попал, ну вы есть, его добили, хорошо. Просто это такая пушка, которую я не очень люблю. Ну вот с рожком можно и походить. Нет, задание будет. У меня задание хедшотики делать. Килы с ножа у меня было прошлым заданием, кстати.
И вот достаточно сложно сделать. До свидания. До свидания. Блин, там на крыше чувак. Да. Ха-ха-ха! Да, ты У тебя украли килл, блин. Они, значит, режут на всех сильным оружием. А ты бегаешь с ножом и такой, ну дайте-ка вот прирежу. Из чего я стрелял только что? Живо 17 автоматический? Блин, это что-то новое. То есть до этого был G17? Блин, но из него очень сложно стрелять. Нужно в упор зажимать кому-то. Подходишь и прямо... Быстро! Быстро! Я сказал, ну просто давай килл ножом тогда. Нет. Давай просто нет. Ну да. Стэн! Стэн, мне пора было... Ха-ха-ха! Я... Раш, тут с тобой там супер красный парень! Убивай всех! Есть! Его тоже закатали. Какого фига, блин? Я падаю на чувака, и он меня... Ну, блин, мне ладно. Мне не нравится этот черный лорд какой-то. Да ёпэ РСТ! Я снимаю сейчас кого? Потому что я пытаюсь всех убивать сейчас. Потому что у меня задание, и я получу много, много денег. Самое лучшее решение. До свидания. Откуда меня? Скажите мне. Есть! Меня прибили, но я чувака успел грохнуть из арбалета. Стой, подожди! Нет, не двигайся! Спасибо, тиммейт, выручил. Я ненавижу. Честно, стой, не двигайся. А мне не кажется, что-то... Нет, у него один хп остался, ты вообще... О, спасибо вашему парню за то, что он меня подкинул на то место, куда я хотел бежать. О, у чувака один хп остался, как ты выжил, тварина? До свидания. Почему ты едешь на меня с оружием, когда я вижу тебя с ножом? Я не видел тебя с ножом. Я вижу, блин, короче, ты опять с калибри, ну что? Убейте этого чувака, я ему из калибри в 40 на... Калибри, короче, в чем фишка? Он критами стреляет, это круто. Третье место. Прикольно. Stop online dating. 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 Давай, чувак, я тебя поддержу. Пойдем в сейфхаус. Прекратите. Ну, прекратите строить отношения в интернете. Типа, не назначайте свидания через интернет. Давайте еще одну карту сбегаем. Прикольно, прикольно. Не знаю. Опа, что, все за всех? А, нет. Просто из-за того, что мне нужно сделать 3 килла, и чтобы сделать сотку киллов, то я буду убивать всех с оружия настоящего. Привет. Да блин, добейте его уже! Что с ним? Закройте такие! Да ё-моё! О, троих есть! Мне защищ... Вебли! Блин, а мне реально не кажется, то, что темный лорд читер. Да! Рандом? Да, блин! Из, рандом! Из виндикатора хедшот на таком расстоянии! Как я в тебя...
коридоре из дропаша не попасть. Это кем надо быть, блин? Вот там наверху чувак. Наверху чувак. Я на тебе как раз хотел приземлиться. Ты удачно так летел прямо на дропаш. Короче, привет. Ой. Бум, что-то ляка. Я пытался ноускоп стрелять. Зачем я это делал? Вопрос. Зачем ты пытался ноускопа? Зачем? Скажи мне. Зачем? Ты же знаешь, что ты все равно не сможешь делать. Почему? У меня получалось. Есть. Ты просто не хочешь. Где же? Ох, я там понаполивал где-то человека 2-3 убил. Стоп, тут у меня было новое оружие сюрикен. Да, сюрикен это новая пушка. Boom, до свидания. Бум, хедшот! Бум, хедшот! У меня третье место. Кстати, вот компания видит, что хедшотики делают с арбалетами. Блин, я всех понадамажил, но никого не убил. Это вообще как? Офигеть, как я сейчас слился, это плохо. Вылези! Что это такое? Блин, меня скидывают. Сколько киллов у первого чувака? Да блин, реально. Ваш гарфлор, смотрите. Тай! Тяжело быть снайпером в этой игре. Мой секрет тактик самый лучший. Да вали тут же, просто вали! Я разрешаю тебе умереть. У него было 13 жизней, если бы я успел довести этот удар сковородкой, он бы отлетел. Черт, это было сейчас печально. Да, зачем вы все на крышу залезаете? У меня один вопрос. Зачем? Я должен быть... Есть, на 60 попал! Добейте! Ё-моё! Не, ну с это... Да блин, Дарклор, что это такое? Блин, это... Написано, что это Мосин, да, но такое ощущение, что это как коряк, но ведет себя как коряк. Хотя, в принципе, эта система очень похожа, если что. Есть, наконец-то! Я хоть кого-то убил. Ну, эта винтовка хорошая, я просто не... Она не под эту игру. Ну вот это ты так поливаешь. Есть! Я вернулся! Есть! Сколько я? 4 человека там снял? Красиво! Все! 4 человека! Я вернул себе второе и третье место. Здравствуйте! Есть! Я должен быть вторым! Нет, опять снайпа, черт! Ну вот, вот снайпа меня сейчас скинет, я... Ну не лезь ты туда! Есть! Есть! У-ху-ху-ху! Ай, блин! Кто? Что? А! Это как сейчас было? Молодец. Что, блин? Да! Че сейчас происходит?
Ой, Фукс, спасибо, что меня убили. Да не лезь ты туда! Она тебя сожрет! Блин, у меня патроны закончились прямо перед тобой. Ну как так-то? Почти убил. Блин, они давят просто. Есть. Да что? Второе место, ладно. Happy birthday! Они бесит, эти звуки, знаешь? Ой, да ну его нафиг, я лучше уйду отсюда. Ладно, ребятки, вот так мы сегодня побегали с вами в Арсенал. Было, по-моему, очень прикольно. Мне понравилось, размялись. Хотя я сюда довольно давненько не заходил, но не заржавел, как говорится, и то хорошо. Ладно, ребятушки, увидимся в следующих сериях в бесконечных мирах Роблокса. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.